это Калининград, и меня зовут Сава, а это мои друзья. Мы учимся в кванториуме, потому что это интересно. Мы еще дети, но тут все по-взрослому. 6 направлений обучения позволяют найти применение для любого таланта. В свои 11 лет мы уже знаем о нейротехнологиях, умеем строить роботов, пишем компьютерные программы и уже можем многому научить взрослых. Чем раньше мы начнем заниматься подготовкой детей, тем это будет лучше, качественнее, конкурентоспособнее в дальнейшем. Наша промышленность очень заинтересована в квалифицированных кадрах. Молодежь, она должна еще больше знать, уметь. Для нашего обучения есть все, что нужно, и просторные аудитории, самые мощные компьютеры, хай-тек цех и даже лазеры. То, что будет приходить в обычную жизнь через несколько лет, для нас просто инструмент для обучения. В кванториуме обеспечивается более тесное взаимодействие между организациями дополнительного образования, университетами и, самое важное, промышленными предприятиями, что позволит сформировать систему ускоренного инженерно-технического развития детей в виде эффективных современных моделей. Кураторство программ для детей будут вести наставники из ведущих промышленных предприятий региона совместно с учеными наших университетов. Мы будем готовы к взрослой жизни раньше других. Мы хотим помочь своему городу и своей стране стать лучше. Поэтому мы готовимся к большим задачам уже сейчас. Мы уже в будущем. Догоняйте!